если вы так все поняли, то что же делать с пятью, товарищи? Ой, нет, а можно еще один вопрос? Вопрос. Давайте вопрос. Ребят, смотрите, вот даже два вопроса. Первый вопрос такой, нельзя ли вот эту табличку, которую Семен нарисовал, сказать вот как-то вот понятнее? Потому что представьте, вы по телефону с кем-то говорите, и вы начнете объяснять, там в первой строке красный, 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 синий, 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 и вы должны будете прочитать все. А вот нельзя ли какой-то короткой фразой объяснить какое-то свойство каждого столбика? Вот это правило... Это правило тоже сложное. Его тоже долго диктовать по телефону. Есть одно слово. И второй вопрос. Семен нарисовал отрезки. На самом деле он большой молодец, что их нарисовал. Опять вопрос. Нельзя ли это нарисовать красивее? Эти отрезки замечательные, но вот эта картинка геометрическая. Я говорю о красоте и о краткости. Потому что, если чуть-чуть подумать, вы можете добиться большей краткости и заодно большей красоты. Если можно как-то изложить проще это изучение, то это будет хорошо. Может быть, действительно помогло бы придумать на следующее решение. Может быть, надо сначала придумать следующий вариант, а потом изложить проще. Итак, какой у вас есть? Понятно, чего это говорит?
Вы что-нибудь поняли? Нет. Поможете, если все понятно, не могу объяснить проще, чем вы. Да. Ну, по-моему, так нормально объяснить. Ну, хорошо, так что, уже все понятно или что же надо объяснять? Понятно. Ир, понятно? Да. Слушайте, дальше, пусть он видит две синих шляпы, одну красную, тогда. Да, он видит две синих шляпы и одну красную. Но ему сказали, что количество шляп красных черных, он должен сказать, что у него красная, что уже есть одна красная. Следующий случай. Когда красная шляпа, две и одна синяя. Тогда я говорю, что я тоже синяя. Потому что синий не черное количество. А если черное количество красных, то и синих тоже черное количество. И наконец. Значит, это на самом деле, значит, если возвращаться к этой таблице,
таблицу можно объяснить так, что мы подписываем сюда вот такой, такой цвет, чтобы сделать в черное число, в каждом столбце черное число красным. Ребята, услышьте эту фразу. В каждом столбце, посмотрите, проверьте. Четное число красным. Четное число. Проверьте по столбцам. Это действительно так. Контрольный бит. В каждом столбце четное число. Увидели? Это есть такая технология в компьютере, которая называется контрольная сумма. Вот мы передаем, нам надо передать какие-то биты. Вот, красный, синий и так далее. И мы еще добавляем один бит так, чтобы общее число красных было черным. И видно, что теперь, если какой-то бит потеряется из этих, то мы сможем его восстановить. Потому что если мы знаем, сколько красных из оставшихся, то как раз, зная, что общее число должно быть красным, мы четным, мы однозначно определим, что должно быть на этом месте. Это называется в компьютерах это называется код с обнаружением одной ошибки. Еще иногда говорят, что с исправлением одного пропуска. Что если один бит будет утрачен, если один бит будет пропущен и неизвестен, то мы сможем восстановить. Но если мы знаем, что один бит испорчен, но не знаем, какой бит испорчен, то мы ничего не сможем сделать. Поэтому следующее было бы с исправлением одной ошибки. Но вот этого пока нет. В науке есть почему? Нет, наш код пока этим свойством не обладает. Но есть специальные, можно действовать более хитро, и тогда это...